Всех приветствую на канале Фалеристика СССР. Сегодня у нас 24 февраля. В Украине с самого утра 4 часов ночи неприятные новости. Ввели военное положение. Все люди кипишуют. Собирают чемоданы, бегают, скупляют все по АТБшкам. Ажиотаж происходит. По новостям передают очень неприятные новости. Что происходит у вас, интересно, там, конечно, пишите. Но я понемножку решил поснимать свои значки, медальки. Так как я нахожусь на съемной квартире. И вдруг, если что, придется уезжать домой к себе. В село. То хотелось бы просто, чтобы лежало сложено. По YouTube вижу, все там тоже кипишуют. Но особо панику не надо создавать, мне кажется. Что вы думаете по этой ситуации, которая происходит в Украине? Я думаю, дороги назад уже нету. Будет только хуже. Снимаю. Пакую медальки, ордена, слаживаю. Много чего не буду брать с собой. Сложу самое такое ценное, как говорится. Снимайте, кстати, полезная информация, снимайте свои лоты с аукционов, потому что доллар поднимается, и у кого в гривнах, тот желательно, я свои лоты поснимал везде, и если у кого-то есть тоже, на пока на это время желательно снять лоты с аукционов. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, как у вас там происходит, что